Здравствуйте всем. Короче, делаем прицеп из обычного прицепа. Вот трал. Кто там видел, вот оно, что уже получилось. Видите? Давайте начнем отсюда. Короче, заварил я раму, она была из Таура, вот видите. Это вот родная рама, металл четверка. Я сюда там семерку, шестерку. Режем Санечка. Саня, улыбнись. Привет всем. Руки моет. Сегодня два дня вот это вот работали. Отсюда вот его. Сейчас обойду. Телефон что-то шабашит. Извините за видеозапись. Видите, вот сюда будут сорта рога еще. Вот лежат заготовки. Роговые. Два швеллера сваренные. Будут лапы еще разъезжать в ширину. То есть вот такой прицеп у нас. Видите. Так. Используем вместо полов, что есть. Рама он с КамАЗа. Режем, выбиваем. Ну, заклепки. Варим жесткость и все. Много дырок. Увязывать там цепью. Растяжки. Как угодно можно будет сюда вот цеплять. Где угодно. То есть здесь заварим халы железом листом над резиной, чтобы грязь не летела. Вот арки вырезанные, видите, вареная полоса снизу. Вот видно, че нет, вот видно. Вот видно. Еще все будет потом шлифоваться, полироваться. Вот здесь еще будем заваривать дырки, косынки, швеллера вот всунутые поперек. 16-й швеллер, вот раскос вареный, чтобы была жесткость. Треугольник так называемый. Опять же, вот на рога, стаканы. Идем дальше. Болгарка моя хорошо работает. Вот здесь у меня 20-й швеллер, вот видите. Все с бушного материала. Здесь вот листы, еще будем тут халы делать, рама. Уже вырезано вот сюда куски рам пальцев. Будут соваться, фиксироваться рога, будут разъезжаться. Один геморрой с вот этим вот только номером. Дебилы. Не, дебил, вот видите. Нельзя его заваривать. Но мы-то его туда усилили листом. Будет самое слабое место, но мы еще усилим. Я думаю, что выдержит. Полная масса, у него 22 тонны, он там, вот видите, вот даже вот видно, полная масса там 22 тонны у прицепа. Где-то оно там, а, вот, извиняюсь, вот написано 20, даже 24, что-то я посмотрел, полная масса, ну да, 8 тонн. На ось он, написано ося там, все, короче, все видно. Здесь мы усилили, здесь дырки вырезали, родные швеллера, которые шли на полы. Чем-то их потом замуруем солидолом каким-нибудь. Так, идем дальше. Так, вот здесь усилили снизу траверсу, варили вот. Треугольником обязательно, чтобы работала стропила, грубо говоря. Кто занимался крышами? Я не занимался, но знаю. Зарезана труба сотка 100 на 100. Треугольник. Здесь еще будет обвариваться все. Вот. Забили сюда вот лист. Санечка режет болгарки. Сжигает. Да, Саня? Сжигаешь болгарки. Круги. Вырезали борт задний. Вот здесь еще нужно будет тут заниматься. Тут, конечно, мыши поели хорошо, но мы, я думаю, отрепетируем. Мышей погоняем. Тут уже до меня кто-то совал швеллер в середину. Ну, еще, мы еще лист совываем семерку или 7 или 6 миллиметров. Не помню. Борт уже вот почти срезали. Воздушную систему все выкинули.
Дыхло еще сымем. Вот такой он имеет вид. Вот видите уже. Прицеп наш с Анечкой. Как бы вот такая ситуация. Времени особо сейчас нет. В лес ездим работать. Как бы еще воздух, еще. Его нужно обварить. Снизу вытяну краном. Переверну. Проварю уже потом. Где неудобно. Вот это вот уваривал радиус. Ну, что было. Зачем? Вырезал раму. Внутри вот тут дырки, чтоб не повело, срежем. Это чисто вот так. Вот видите, вот крил, он рама с КамАЗа, вот видите, косая она чуть-чуть идет. Так не видно, вот так вот видно. Сюда валы будут у меня в середине доски 50-ка. Заложим и все. Надо... На рога, на расширение отсюда снял их на рога, вот, грубо говоря, вот так вот, вот, раз, положил, и уже есть расширение возить там, не габарит, гусеницу какую-то, как бы, два в одном, и удобно залазить в середину. Здесь уже он усилители уварил на подушках, все поусиливали, пообваривали, конечно, рода уже ушло килограмм 25 проволоки, килограмм 20. Варим, короче, все, что горит. Тут как бы, вот видите, вот все обварено. Вот такая ситуация. Ну все, пацаны, всем привет. А ну, Саня, привет всем. Спасибо Санечке, помогает нам. Все, пацаны, до новых встреч в эфире.